Медики НИИ Склифосовского продолжают бороться за ее жизнь. Хирург Игорь Шарипов, который работает в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, впервые рассказал о состоянии пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой. Я не буду все зачитывать. Он говорит, что нужны доноры. И тут говорится, что группа крови значения не имеет. Медикам нужна только плазма. Господа медики, я была знакома с профессором Ташкентского САМПИ, профессором Абдулла Хаджаев Марат Саматовичем. И вы знаете, я вам что хочу сказать, ну его, к сожалению, на этом свете нет. Он был светилой, профессором этого САМПИ. И хочу вам сказать вот одну какую вещь. Вы говорите, что группа крови не имеет значения. Вы глубоко ошибаетесь. Потому что группа крови имеет огромное значение, и резус отрицательный или положительный. Потому что, хотя вы будете вливать плазму, неважно какой группы, как вы говорите, она может, организм может отторгнуть эту плазму и может произойти необратимые процессы. Так что сначала надо выяснить, какая группа крови у Хлебниковой, и приглашать доноров с такой группой крови и резус-фактором, положительный или отрицательный. Вот так. Вы на канале Людмила Оганесян. Я хоть и не профессор, я хоть и не медик, но извините, элементарные вещи о группе крови, о резус-факторе надо знать. Это самое главное в организме человека. А уже потом вливать плазму, соответствующую группе крови людей, которые собираются стать донорами. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.